have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Cat Quest 2, мы с вами в Озерном и продолжаем линию вот этих квестов, которые мы начали в прошлый раз. Мне очень интересно, что будет дальше. Здравствуйте, я позаимствовал это тело, чтобы поговорить с вами, поскольку вы освободили меня. Мой меч, ваш меч, дух селянина, но нам придется перековать его. А можете духу? Да, пойдем, без проблем. Чтобы снова выковать меч, мне нужен металл, кузнечная основа меча и маг. Здесь поблизости солдаты, в их шлемах найдется немало металла, вы можете начинать. Ты предлагаешь мне убивать солдат? Или что происходит? Так, уровень 35, ну это же я все выполнил, да? А вот и маг, кстати. О, маг! Вам, магам, нельзя здесь находиться. Видите старину Рокки здесь? Он собирается побить вас. Подкрепление, мы побьем его первыми. О, шлем, оставшийся после боя. Заодно и с магом поговорим. Спасибо, что спасли меня. Да, пожалуйста, чувак. Что, вам нужна моя помощь? С радостью помогу. Так, ребят, если что, заранее извиняюсь. Насчет того, что у меня с голосом. От простуды никто не застрахован. Но show must go on, поэтому мы продолжаем. Это Озерное, правильно? Я буду ждать вас там. Снова здравствуйте. Теперь нам нужна основа меча, которая есть у Коши Лапы. Я могу отправить вас туда прямо сейчас. У меня достаточно магии для этого. Держитесь крепче. Так вон же Кошелапа. Вон она, у него... Там даже далеко ходить не надо было. Ола, ваше высочество. Замечательно. Вовремя. Что, вам что-то нужно? Основа меча? Я уже давненько не ковала оружие. У меня должно было кое-что остаться из старого. Всего 5 секунд. 5 секунд. Ну, давай. Я пока золотишко приберу. Опа! Поэтому старого основа меча. Отлично. Супер. Ладно, еще увидимся, дорогие мои. Нас туда-сюда кидает. Простите, мне просто немного не терпится, так что я перенес вас назад. Вы даете Леонину материалы. Тщательно, осталось только... Для начала мне нужно привыкнуть к этому телу. Возьмите это. А, мантия мага, неплохо. Возвращайтесь ко мне еще. Возвернемся. Ищик спы. Неплохо, хорошо. Давайте дальше. Грустно, но тебе не хватает магии. Не одолжите мне свою. Блин. Урчательно, мне нужно еще совсем немного магии от вас двоих. Не бойтесь, это не больно. Просто прыгните туда, и мы начнем. Ну, допустим. Я что-то такие вещи не очень люблю. Офигеть! By the Emperor! Так, стойте! Я забираю меч. Когда я продам его на аукционе, я разбогатею. Невероятная сила меча призывает меня пронизывает меня насквозь. Призываю вас, остановите меня! Блин. Подбираем меч. Ой, его вернуть придется.
А он выглядит очень даже очень. Вы вручаете меч магу духу. Меч должен остаться у вас. Вы достойны его. Эскалифор. Эскалибур, эскалифор. Увеличение скорости атаки. На этом моя служба завершена. Огромное спасибо, что освободили меня. Это было омурлительно. Спасибо за пережитые моменты. Прощайте. Так, Эскалибур. Он у нас и на магию, и на магию, и на урон заточен. А какой у него скейлинг? Давайте посмотрим. Блин, оружие это не у тебя делать, да? Ладно, это нам нужен будет хот-то-дог. Хорошо. Я или по пути где-нибудь зайду к хот-то-догу, или где-то между сериями заскочу к нему. Ну, надо будет посмотреть. Мне кажется, он все-таки будет слабее, чем тот меч, который у нас сейчас, но мне интересно узнать, увидеть его скейлинг. Тут у нас что? А, тут у нас, да, перемещение. Книга первых королей, цитата. Прошлого ветер не навеет сказание про последнего властителя изгнания. Элиус было его имя, и нам нет, и на нем лежит вины бремя. Элиус, это как раз тот дух. Так, ну, это, конечно, хорошо, но мне интересно вот это. Не зря же у нас есть такая штука здесь. Блин, я хочу научиться летать. Но я что-то сомневаюсь, что в этот раз нас научат летать. А, это дальний... Блин, 77 уровень. Может попробовать? Ай, блин, понял. 60-е, руины в этих руинах мы были. А, кстати, вот тут у нас возле рядового Райана была пещерка, в которой мы никак не могли... А, она до сих пор заперта летучих мышей. Гробница волка. Тоже заперта. Это, видимо, квестовые какие-то. Но эти, я думаю, очень хай-левеловые. То есть, ну... Иначе было бы... 72-й. 72-й мы можем зайти. Мы 77-й. Почему бы нет? Вполне вот так можно их мочить, как и получится. Блин, зачем ты берсерка-то включил? Ну, по-моему, так было бы правильнее, чем в каком-то тесном помещении с ними бодаться. Блин, ну чувака тут это иммун к магии. Зачем ты хилку-то врубил, дружище? А, нам щит, ну спасибо. Вот теперь надо хилку. Вот этого чувака я оставлю как есть, потому что я к нему подойду, просто вломлю ему мечом, и будет нормально. Так, хорошо. Это наше, спасибо. О,
Сфига ли у него было действие хилки? Но он гораздо более уязвим к физическому урону, тут ничего не поделаешь. Ну, это перец, желейка это синяя. Так, сундучок. Малиновые доспехи, 46 броньки. Напомню, наши доспехи сейчас дают 101 броньки, но они очень круто прокачаны. Отлично. Суперски. Окей, оно того стоило. Мы неплохо так зачистили. Сейчас посмотрим, что нам дадут в сундучке. По одной монетке, вы серьезно? Хоть бы по 10. Ну ладно, нет. Я с деньгами я спорить не буду. Пурпурного ниндзя. Опа. Хорошо. Хорошо. Зачищено, затащено. У нас там есть парочка квестов. Пойдемте посмотрим, насколько они жесткие. И тут руины на 75 уровень. Давайте, давайте. Я сейчас, конечно, рискну, потому что, блин, по-моему, мне тут могут уши поднакрутить, но проверить свою ловкость. Да-да-да, хорошо, давай. Я с вот этими ребятами вообще еще ни разу не сталкивался. Ураган! Ураган, блин! Да не по мне! Да. Я хочу его подставить. Да. Ну, ай, блин! Да. Да ёпарасете! Лопни. Вот это было сейчас красиво. Давайте я восстановлю немножечко жизни, манну. Отлично. Последняя волна. Уйди! Блин, это... Да, это вот так. Неплохо, неплохо. Нет! Так, хорошо. Остался один. Но с этим было не проблема. Хорошо. Супер. Блин! Точно, точно, точно. Да, сокровища мои. Хорошо. Это было немножечко жестенько. Давайте восстановимся. Я почему-то на секундочку подумал, что эта штука тоже прекратит работать. Она же не прекратит работать. Давайте отхилимся. Вот такой цикл, кстати, неплохо работает. Я говорил уже об этом, скажу и еще раз. Когда один хилит, другой возвращает ману, и получается, что можно регениться. Шляпа музыканта! 60 хпшек. И восстановление... Блин, я не посмотрел восстановление, ничего было. Я все думаю, что перекат делает меня неуязвимым. Нет, перекат просто дает мне скорость. Уйди отсюда. Но руины мы затащили. Круто. Так, пойдемте. А тут что? 70 уровень. Пойдемте, пойдемте, ребят. Вы издеваетесь? Нет. Нет, она меня догоняет.
того последнего убить. Блин, меня это задевает. Черт, 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 там эти. Я там экспу пропустил с деньгами. Это не очень приятно, жаль. Давайте щит поврубаем. Меня сейчас убьет. Спасибо. Это последний чувак, его надо убить. Фух. Вот это сейчас было сложно. Это сейчас было офигеть как сложно. Когда нет времени на остановиться, подлечиться. Хорошо, пока так, допустим. Давайте я заберу это. Заберу это. Булава древнего властителя. А, это у нас из того сета, где здоровье минус 50%. Тот сет, который дает очень много брони, но отнимает каждый раз по 30% здоровья. Но дает очень, очень много брони. То есть там у нас есть голова, броня, и вот булава у нас теперь появилась. Все, сет полностью завершен. Но он очень рисковый, этот сет. Я не уверен, что я хочу его одевать. Вот что я вам скажу. Так, хорошо. Давайте сохранимся сколько-то раз в сколько-то раз. Привет, не хотите помочь мне сделать LOTP еще более прекрасным? Благие намерения. Знаешь что, чувак, давай мы сегодня пока что мы запомним, что у нас тут есть Лапоазис, тут есть два квеста как минимум. Давайте мы с вами сходим все-таки по главному, потому что, мне кажется, мы сейчас будем... Мы уже слишком перекачаны для главного, но я никак не мог оторваться от второстепенок. Но теперь все-таки надо сходить по главному, потому что... Ой, блин, тут еще квест. Я помню вас обоих. Вы не против уничтожить нескольких угрожающих плакатиков? А, ужасных, прочищающих мозги. Тут тоже у нас Престол Люпуса. Тут у нас тоже есть два квеста. В общем, на собачьей территории у нас еще очень много квестов. Пойдемте глянем главный. Я просто что переживал постоянно, что главный ведет нас к концу игры. Игру я не хочу заканчивать, поэтому я хотел бы как можно больше сделать побочек. Но, судя по всему, у нас там еще будет довольно много чего. Много, долго и всякое такое. Так что я бы хотел. Пещера Льва. Кстати, пещера Льва и пещеру Волка мы нашли. Я думаю, что это будут пещеры под финальных боссов. Может быть. Может, мне так кажется. Я не уверен. Хорошо. Двугород. В Двугороде были просто шикарнейшие квесты. Спасибо огромное этой локации. Пещера Кис-Кис. Ну, я же хотел попасть к этому, к хот-то-догу, но так и не попал, ладно. Просто разнесем тут чуть-чуть руины Осто. Будем сохраняться по пути, чтобы потом меньше бежать, если вдруг что-то случится. Итак. Кири! Наконец-то. Леви и Волк собрали обломки, но это еще не конец истории. Да понятно, я надеюсь. Пойдемте. Кошалам. Ваше величество, посмотрите на это.
Приказом льва Муркуратора все налоги удваиваются ввиду военных действий. Покорные солдаты, простите, покорный солдат. Налоги удваиваются. Горожане также с несладкой, но льва это не волнует. Кроме того, это значит, что он что-то замышляет. Нужно выяснить, что именно. Ну, понятно, если правительству нужны деньги, они собирают за счет граждан. Итак, пойдемте. Отстань, камушек, не до тебя сейчас. Шш. Докладывайте, вы имеуцилы, имбецилы типа. Наши закрома полны, лорд Лев. Наши солдаты готовы выдвинуться на империю Люпуса. Волк никогда не заподозрит, что мы пробрались через нулевое измерение. Победа будет моей. Это плохо. Могут пострадать много которых собак. Посмотрим, что затевает волк. Встретимся у престола Люпуса. Вот это вот в эти моменты музыка очень напоминает музыку из Героев Меча и Магии, если что. Не знаю, у меня такие ассоциации возникают. Так, можно пройти, можно. Что это за пещерка? А, это пещера Льва, точно, точно. Пещера Мурина. Перекат, перекат. Я так понимаю, что пещера, которая не обозначена у нас как пройдена, там есть какие-то секреты, которые мы не нашли. Я так сейчас чуть подумал об этом. Так, значит, лев собирается напасть на нас через нулевое измерение. Пусть идет, Рудин, для него ловушку. Наши враги тоже нашли гробницу Финнингарда. Мы не можем позволить им найти гробницу Люпуса. Провал приведет к огромным штрафам. Это же были штрафы, я надеюсь. Ну, хотя... Так, вы слышали? Могли бы восстановить остальные королевские искусства, если бы нашли гробницу Люпуса. Давайте найдем. Теперь это наш план. Идемте найдем Хотто, он знает больше. Пойдем еще одну... Основную сегодня сделаем. Мы вообще... Да, мы вообще... Может, кстати, когда я подойду к Хотто, посмотреть, что он может нам с тем мечом нафиячить. Сколько у нас денег? О, 32 уровень, а что до сих пор не прошел? Почему это до сих пор не пройдено? Оу. Я понял. Лопните, пожалуйста. Спасибо. Малиновый шлем. А вот он у нас первый раз попадается. Вот у нас, в общем-то, это получается малиновый сет. Есть броня, меч и шлем. Из этого, ну, древнего воина шлем, булава и доспех. Хорошо, сеты складываются потихонечку. Кстати, авантюриста у нас тоже есть. Он успевает меня ударить. Фиговые летучие мыши. Хорошо, по соточке, и нас не дохиливает до конца, кстати. Монетку я заберу. Я что, сундук... А, там главный сундук, что ли?
Давайте всех в одну кучу просто. Все. Да, это главный сундук. Мы его сейчас заберем. И этот мы тоже заберем. Меч солдат собаки. Кстати, по урону неплохо. Хорошо. Я думаю, мне столько хилки хватит. Там же у нас ничего нет, ничего вроде нет. Блин, много урона! Я надеялся, будет полегче. Туманный посох, здравствуйте. Пойдем. Окей. Ну, раз уж шли мимо, что бы не зачистить-то, а? А тут на какой? На 30-й. Ну, тоже, блин, это я все, видимо, попроходил в свое время мимо. Теперь надо все подбирать. Свою ловкость? Да-да-да, давайте. Ну, просто тут явно плюшевые враги такие. Вот и все. Спасибо. Доспех шторма, неплохо. Бесплатные апгрейдики. Насколько это может быть? Ладно, мы до Хота Дога сегодня дойдем или где? Да, дойдем. Давайте посмотрим скейлинг этого меча. Крутого. Хотите улучшить ваш хот-дог? По одному добавляет. Блин, стоит дороговато на самом деле. Ну, 8 уровень добавляет по одному. Ты у нас 30 уровень, 61. Я не уверен, что он догонится до того же. Вот есть буревестник, кстати. Я подумаю. Я подумаю, что нам с этим мечом делать. Возможно, небольшой реарранжмент проведем. Да ладно, хот-дог точно знает, где гробница Люпуса. Да, пойдем. Ваше величество, у кого есть... у Хота есть великолепная идея. Давай, слушаю. Если гробница Фелингарда помогла восстановить одни силапы, то гробница Люпуса может восстановить остальные. А поэтому мы... Да, Хота знает, он гений. Еще Хота знает, где гробница. Окей, Хота думает, что она в башне посреди пустыни Гавкара. И это... И вот это подарок от короля Люпуса, пока он был еще жив до сих пор. Хота не знал зачем. Ключ Люпуса. Опа! Удачи вам, ваше величество, мы рассчитываем на вас. А ничего, что там деревья вокруг колючие? Или я теперь смогу пройти? О. Где это вообще? Ага. Надо просто подождать, пока он щит уберет. Вход в Гавкару. Пойдемте. А, тут же у нас эти кусты убийцы, да? Точно. Спасибо, не надо. Похоже, мы застряли снаружи. Во-во. Ну, или так, как будто это может быть входом. Да, вон пещера. Неизвестно. Давайте исследуем пещеры окрестности, чтобы убедиться. Окей? Может, вот это? Какой уровень? Путь гробницы Люпуса. Напрямую говорят нам об этом, да? 70-е, нормально. Хм.
Я бы там денежку хотел бы забрать, если что. Спасибо. Денежка лишней не бывает. Равно попал, вот ты же. Сколько? По 600 с чем-то? Вы что, серьезно? Ну, пойдемте. Шляпа туманного мага. Что хорошо. Я вообще всегда за любой лут, так что все нормально. О, там основной сундучок есть. Ага. Блин, а это то, куда мне надо. Оно здесь по центру, надо запомнить. Я все-таки хотел бы зачистить эту пещеру. Она ведет к несколько... Ну, на несколько туннелей, я так понимаю. Ай, черт тебя за ногу. Хорош меня трогать. Бить будешь? Да! Иди сюда. Тут у нас ничего, да? Тут просто. А тут? Она очень... Оу-оу-оу, блин! Очень большая и запутанная. Эта пещера, тут выход еще с какой-то другой стороны. Да. То есть вся эта сеть пещер... Вы же не будете мне говорить, что там все восстанавливается каждый раз, когда мы входим? Черт, вот я дурак. Не-не-не, все тогда, короче, ребят, пофиг. Ну, насчет зачищалки, зачистить, конечно, круто, но вот так вот каждый раз входить-выходить, ну его нафиг. Нет, манны, как круто. Я забыл, что они все респаунятся. Блин. Не то нажал. Туплю. Все, пойдемте. Возможно, я просто что сделаю, приду сюда за кадром, зачищу эту пещеру, ну, потому что это я тупанул, я это признаю, мне надо было выходить вообще наружу, тогда у меня были бы шансы зачистить ее. Хорошо, гробница короля, пойдемте. Во время драконьей войны король Люпус считался самым сильным воином, поэтому на заре империи было очевидным, что возглавить ее должен Люпус. Логично. Мысли о королевском клинке не давали покоя Люпусу. Должно ли столь мощное оружие находиться в лапах одного королевства? И если да, то какого? Спустя много лет войны за королевский клинок Люпус и Феллингар договорились расколоть его на обломки. Вскоре наступил мир, но коты и собаки уже не могли жить в согласии. Настоящий король ищет не то, что он может забрать, а то, что он может дать. Мудрые слова, кстати. Восстановлены все королевские искусства. Вы достигли полной королевской силапы! Муха-ха-ха-ха. Муха-ха-ха-ха. Близится конец. Только не игры, пожалуйста. Это силапа, должен сказать. Вы восстановили все королевские силапы. Вперед, вернемся к Хотта. Мы должны остановить войну. А...
81-й! Мне все равно предлагают пройти через здесь. Блин, больно. Не-не-не, чувак, тебе не светит. Вернемся тем же путем. Хотя это вроде другой путь. Да, это другой путь. Ну хорошо. Пойдемте. Знаете что, ребят? Давайте, наверное, я. Сейчас мы выберемся из этого страшного места. Ну его нафиг. Я могу их убивать? А, смотрите, сколько я ему перекатом урона наношу. 4000. Перекатом я им страшный урон просто наношу. Посмотрите. Да-да-да. Сваляй отсюда. И ты сваляй отсюда. Я хочу дойти до города, просто сохраниться. Если что. Давайте я к престолу, к вратам Люпуса пойду, сохранюсь. И мы с вами дальше решим, что делать. Кстати, пустая дыра. 30 уровень. Пустая дыра. И я здесь ничего не могу сделать. Хотя... Опа! Это секреточки! Блин, я уже хотел серию заканчивать. И это еще не все, смотрите. Малиновый шлем улучшим. Чувак, успокойся. Ай! Суперски. Тут быстрый, там медленный, кстати. Вот и нашлись секретики. Давайте посмотрим, что в сундуке. Шлем солдата собаки. Неплохо. Он у нас уже хорошо прокачался. Все, ребят, давайте тогда на этом закончим. Серия так затянулась, но было, по-моему, крайне интересно. Увидимся с вами в следующих сериях. А на этом у нас сегодня все. Всем удачи, всем добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.